С одной стороны, Алексею Брежневу надо отдать должное, как контент-креатору. Он создал свою нишу, нашел своих зрителей и хорошо для них работает. Так что, как контент-креатор, он вообще хорош. А проблема в том, что сам контент, вот мне, как живущему здесь 20 лет, я пытался его несколько раз смотреть, и меня от этого, мягко говоря, тошнит. Или даже, скажем так, бесит, потому что он выбирает только одну сторону темы и ее освещает. Ну, такое идет однобокое освещение. Помните, было старое такое кино «Человек с бульвара Капуцинов» с Мироновым, еще советское кино. И там было два кинематографа. Сначала все красиво показывали, а потом в конце фильма приехал тот, который показывал ужастики. И у него была своя публика. Вот для меня Алексей Брежнев чем-то вот с этим ассоциируется. Он показывает одну сторону, причем очень-очень узкой, и это